Казахстан добился впечатляющих успехов во многом благодаря тому, как написан главный закон страны, считает председатель Конституционного совета республики Игорь Рогов. Я напомню, что во время написания казахстанской конституции были проработаны главные законы 20 стран мира, учтены их лучшие статьи. Это позволило, уважая собственную историю и традиции, не упустить мировые тенденции и закрепило казахстанскую независимость на юридическом уровне, считает председатель Конституционного совета. На заре нашей независимости о Казахстане мало кто знал, то сегодня Казахстан — это узнаваемое государство, это известное государство. И оно известно именно своими достижениями и позиционированием себя как демократическое, как правовое государство. И великолепные успехи в области социально-экономического развития, финансового развития нашей страны, они были бы немыслимы без соответствующего правового их обеспечения и укрепления демократических институтов нашего государства